крайне опасной ситуации оказались жильцы вот этого иркутского дома. Более того, хозяйка одной из двух сгоревших квартир, 81-летняя женщина, серьезно пострадала. Очевидцы пишут, что причиной мог стать взрыв холодильника. Что действительно произошло, еще только предстоит выяснить. Совершенно очевидно, что к подобному развитию событий может привести как неисправность техники, так и нарушение правил пожарной безопасности или эксплуатации. Причем есть учреждения, где от подобной преступной халатности могут пострадать дети, поэтому во всех детсадах региона регулярно проводят разного рода проверки. Об их результатах далее. Более 1 000 000 рублей. В общей сложности именно такой штраф обязаны заплатить сотни детских садов региона. В каждом из них специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения. За 9 месяцев сотрудники ведомства проверили 212 учреждений и вот что выяснили. Есть проблемы в частности соблюдения санитарных норм, как в группах пребывания детей, так и в пищеблоках. Один детский сад в селе Харёты Нукутского района вообще пришлось закрыть. Камнем преткновения стал пищеблок. Там не оказалось необходимого оборудования, например, такого простого и нужного, как холодильник. Ежедневная дезинфекция кухни также не проводилась, а взятые для исследования пробы воды показали несоответствие качеству. Также специалистами Роспотребнадзора выявлены группы в детских садах, где число детей превышает допустимое, а в некоторых учреждениях и вовсе не хватало света. За все просчеты руководители и сотрудники не просто ответили рублем. 57 человек, которые нарушили правила прохождения медосмотра, лишили своего места работы. Ирина Девяченко, новости по будням.